37-летняя Светлана Лобода после плодотворной работы устроила себе отпуск в новогодние праздники. Суперзвезда отправилась с детьми к океану. Вместе с певицей, ее 8-летней дочерью Евой и годовалой Тильдой отдыхает и модельер Бичола, давний друг певицы. Сегодня Светлана похвасталась фигурой в бикини. Артистка примерила крошечный купальник черного цвета, который подчеркнул ее точеную фигуру. Лобода много работает над своим телом, и результат невозможно не заметить. «Волшебным образом начало Новый год», — написала певица в Инстаграм. Звездные подруги восхитились ее формами. «Невероятное тело, Свет», — отметила Елена Перминова. Конфетка сделала комплимент супруга Александра Ревы. Светлана показала трогательное видео со старшей дочерью. Ева поздравила всех поклонников своей мамы с семейным праздником. Сегодня православные христиане отмечают Рождество. Недавно Лобода показала Ивану Урганту необычную выемку на своем теле. Артистка примерила соблазнительное бикини. Она снялась без бюстгальтера рядом с лошадью.